На этом месте, где сейчас находится Горьковское кладбище, во время Второй мировой войны немецкими оккупантами было расстреляно около 8 тысяч военнопленных. В 1949 году на месте братской могилы был установлен памятный знак. Многие еще помнят рассказы очевидцев о этих страшных событиях. Когда-то здесь я стояла как ученица 24-й школы школьницей. Сюда еще приходили жители, которые рассказывали нам, как они слышали стоны людей, которых сбрасывали полуживыми пленных. Но подойти, помочь никто не мог, потому что немцы запрещали и просто расстреливали людей, приближающихся к этой могиле. Долгие годы за памятным знаком никто не следил, и он пришел в запустение. Но в этом году, к 72-й годовщине окончания Второй мировой войны, памятник и прилегающая территория были полностью приведены в порядок. Сегодня увидеть обелиск в обновленном виде пришли местные жители, учащиеся 47-й, 24-й и 45-й школ и представители Украинского реестрового казачества. Именно они в последние годы ухаживали за братской могилой. Уже не первый год учащиеся 47-й, 24-й и 45-й школы шествуют над братской могилой, куда приходят не только в праздничные дни. Мы приходим сюда, чтобы провести субботники по благоустройству территории. И много лет назад к нам подключилось казачество украинское, совет ветеранов. Это как свое место. Силами просто каждый год это в течение 5 лет это мы это ухаживали за этим эту политику. Ну а то сейчас это, короче, в этом году то взялись действительно, то помогли нам это шефы. Обложили плитку и прочее, то все. Шефом, который профинансировал реставрацию памятника, оказался частный предприниматель, который решил остаться неизвестным. Во время митинга ученики исполнили песню о той весне и почтили минутой молчания погибших в годы Второй мировой войны. Школьники заверяют, следить за братской могилой они намерены и дальше. Убирали, помогали, казакам помогали, березки садили. Ну и так, ну, что говорили там, подметали тоже, мусор убирали. Ну, в общем, наводили порядок. Теперь все сделали, дальше будете приходить как-то? Конечно, будем приходить следить, поддерживать чистоту будем. В конце мероприятия присутствующие возложили к братской могиле цветы.